Привет, это что-то похожее на рэп. Я вчера траванулся. Пищевое отравление. Я не могу. Чуть-чуть подташнил. Ты вчера, ты как? Ушла от меня и в ночь теперь слезы накричу. Патриарх тоже хотел приехать на карандаша. После карандаша приезжает Витя Аки. После Витя Аки приезжает еще Мадонна. Короче, пацаны грудятся. Вообще, планов у нас очень серьезный привоз. Пока не будем раскрывать все карты. Вам понравилось? Привет, это рэп, дорогие мои. Сегодня у нас карандашный выпуск. Сейчас они уже должны подъехать, мы стоим в континенте. Набью себе тату на эту и на ту. На эту и на ту. Тату, 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 тату. Нет! Привет, это рэп-карандашный выпуск. Самое начало, как и обещал. Сейчас мы пойдем в клуб, там будет выступать Карандаш, СП, ССК. А все это будет освещать инбас-видео, дорогие мои. Ну, пойдем продолжать на эту. Всем привет, пересчитываем деньги после концерта. Ну, выходим, но... Я просто места не найду, иди в пизду, если считаешь это тупым хобби. Тебя поймаем и наколем чертика на жопе. Forever wild from the cradle to the grave, kid, watch your back, one time's coming always, yeah. They locked me up for 12 days, I can't comprehend, now I'm a free man on the streets again, chasing St. Ives down with some Seagram's gin, life is like a dice game and I'm in to win, on the scene, from the 41st side of Queens, we get the cream, laid up, love, love, redeem, cause I mean what I mean, I'm out to claim king, doing my thing throughout states, my name will ring. So all my people's locked down, coming back to life. In the world once again, though your bed was trife. While you was gone, we was going to war, and even more. Saw my man laying dead on the floor. Kid, I swore that our crew would live forever. I guess I was wrong, no, until we meet again. Hold your head and stay strong, yo. Got my mind on a place to hide from police. Where? Sweating dogs as I'm running across 12th Street. Just as I approached the block, I spotted Jake on the creep down by Vic's weed spot. Made a UE up the hill, plus a change of plans. I had to hurry back so I can warn my man. It had me stressed a little, son. Had my heart rapidly pumping. Niggas started cutting, behind the bushes ducking. My ears rung, I plunged a clip into the guns. Got grazed in the arm, one slug hit my son. He was bleeding from the head, I couldn't believe it. We was defeated, if it was the case I couldn't beat it. Felt like crying. Okay, we have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. Jump, 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 jump.
to my level, cause I'm a fucking rebel. Yes, I am like a bird, I am so high, jumping on a speaker, just like I'm in Ibiza, dancing to the... И у нас тут секундочка. Секундочку, дорогие мои. Привет, это рэп, карандашный выпуск и туалетный одновременно. Иди ко мне, я с тобой. Чё, к тебе мы тут пишем чай, мы уберите сюда, отвечаю за карандаш. Это рэп, немец. Карандаш. Давай, стираем шмотки. Пизда, короче. Всем привет. Это рэп. Это свет не может выйти. Ладно, сейчас общаюсь. А он сказал карандашу секундочку. Карандаш обиделся, ушел дальше на сцену. Короче, стою я в туалете, делаю свои... Эту и нату! Тату, 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 на эту и нату! Набью себе тату! На эту и нату, набью себе тату, на лику девочек, ну что целовались у всех на виду! Не потопи, что по понятию на гопоту, а ты стоять, что весомо ты на виду. Я помню, как ты на знаменитый был овощей. Звезда прозяла по Монголе чуть-чуть. Сурна пивалась, но по мнению лица не понятно. Прошло 13 лет, все трое забиты приехали. Нет, нет, я не институт, цирком чернилах утонул. Нет, не было носом, тебе лучше к Ворчуну и Греку. Я столько не успел, к 30 годам. Привет, это рэп. У нас передача такая. И у нас в гостях Ленин. Карандаш отбежал, но он придет. Привет, привет Ленин. Привет. Привет, ребят. Привет. Как дела, как долетели? Вопросы стандартные, но все же ответь. Окей, круто долетели, очень быстро. Перелет, на самом деле, очень несложный. Разместились уже вторые сутки здесь. Заблаговременно нас ребята, организаторы, пригласили. И да, уже второй день живем в Ставрополе. У вас второй день зима, это круто. Это очень круто. Ну, Ленин, раз уж ты тут, ну, спой нам что-нибудь такого эксклюзивника, ну... На камеру. Эксклюзивное, да, точно. Что бы вам эксклюзивное? Недавно сочинил текст. Ну, это хорошо. Круто. Продемонстрируй. Он звучит примерно вот так. О, да, о, да, о, да. Сфальшивил, как всегда, собственно, на концертах. Поэтому покупайте мои альбомы. Вы услышите весь мой потенциал. Просто после концерта голос немножко подсел. А черт, отмазался. Спасибо. Ну, диджей, диджей, привет. Расскажи нам чего-нибудь хорошего. Обычно не говорят, поэтому... Ставрополь. Ставрополь. И привет, ТР, продолжение пришел. Денис Григорьев, он же Карандас. Сейчас мы с ним пообщаемся, с Лениным. Знаешь вообще, что спрашивать? Я думаю, я смогу найти пару вопросов. Я уверен. Пацаны, я скажу что-нибудь. Это привет, ТР, продолжение. Карандаш, скажи, пожалуйста, нам Ленин рассказал, что Чебоксары очень хороший город. И, а вот про Ставрополь, ты тут уже не в первый раз, насколько я знаю. Ну, как тебе, в принципе? Вот давай так, просто по-честному. Мы не обидимся. В Ставрополе я замечаю, что джинсы такие же, как у диджея Грима. Да-да-да. Один в один. Поэтому я думаю, что Ставрополь официально прокачан. Ну, джинсы такие же, как и у меня, у диджея Грима. Ну, или наоборот, я еще не решил. Так, чего будет? Вы только по-разному кривые. Нью-Йоркер. Нью-Йоркер может. Какие у тебя планы? Вот сейчас куда ты вообще поедешь после вот нашего города? У меня сейчас это... Меня ждут на выходе 15 девчонок. Из них я выберу трех. Возьму их с собой в отель. Там у меня отель двухместный, две кровати. Две девочки лягут вдвоем на одной кровати и будут делать свое шоу. А я лягу с другой девушкой в другой кровати и буду делать свое шоу. Только так и живем. Рэп он такой. Делайте рэп, и у вас будет все то же самое. Спасибо, Денис. Привет, это рэп. Продолжение. Сейчас мы поговорим с Гуриком. Гурик, расскажи скорей. Дорогой всем, мой. Всем привет, это Найтклаб Мажор, город Ставрополь. Сегодня у нас всем известный рэпер Карандаш. Мы все тусим, пьем, гуляем. И так что день рождения, успей продакшн. 4 года мы в Ставрополе тусим, отжигаем. Ну правда, я недавно здесь, но тем не менее. Всем пис, мир, с наступающим. Меня зовут Гаш, Сниза до вершин, это Future, Black Fame. Туса подходит к концу. Карандаш выступил, мы выступили. Отлично отметили день рождения, но сейчас чувствую, будет автопати. Да, да, я бухой и Каш еще трезвый, но это только... Ну и Фьючер, остановись! Как ты относишься к Карандашу, как тебе его рэп, как движуха? Особенно мне нравится тёлка. Бля, тёлка!
сука, шевели задом. Все, спасибо, сука, шевели задом. Ты всегда веселый. А как сегодняшний? Вообще туса в целом, как? Ну, в смысле, вот, честно, без лишних слов, с***ись. Блять. Спасибо. Привет, привет, привет. А, чуть поконкретнее. Карандаш, это вообще круто. Кто не был в рэпе? Я в кепке. Он сегодня, был в рэпе. Сегодня... Да, он в кепке. Все сегодня. Девушка, расскажите, как было вам вообще? Было очень круто, правда. Я в кепке. Я сегодня в кепке пришел. Я в тень. Life is like a dice game and I'm in to win on the scene. From the 41st side of Queens, we get the cream. А тут у нас проходит отбор в SP Production. Люди читают и проходят. Пойдем к Юсу, узнаем у него чего-нибудь. Что происходит? Отбор в SP, расскажи нам. Да, привет, это рэп. Да, это отбор SP Production. Мы набираем новых артистов. Если ты талантливый, но ты уже опоздал, в следующем году мы ждем тебя тоже. Работайте над рэпом, над рэпом, над читкой, над всем. SP Production здесь. Юс, Мэтт Бойс, мы обещаем вам, что мы добьемся всего. Ставрополь Сити, ставропольский рэп, мать вашу. Поехали. Юс, погнали дальше. Здравствуйте, это привет, это рэп. Расскажите, что происходило, как дела и прочее. Я не знаю, мы, короче, вот курили тут и не знаю, кто тут был. На самом деле, я колотил, и тут карандаш заходит такой. Ну, в туалет я там пил, а он мне такой, секундочку, я беру свой так, секундочку и пошел. Знаете, я уже собирался уходить, в сумках весь, но тут встретил Вася и решил с ним поговорить. Вася, расскажи. Ну, все круто. Всем мир, мы в ночном клубе мажоры, мы раскачаем вас.